Мы здесь сегодня в связи с экоцидом, который происходит в Украине в связи с российской агрессией. Мы хотим, чтобы об этом знали и знали правду о происходящем. Это не то, о чем, к сожалению, медиа много сейчас говорят. Понятно, что происходящее на фронте, то, что происходит с солдатами, это важно. Но и забывать о том, что мы наблюдаем, экоцид Украины тоже нельзя. Это сравнительно новый термин, но он хорошо описывает то, что сейчас происходит. Если Россия решится использовать ядерное оружие в Украине или в какой-либо еще стране, это отразится не только на Украине, но и на всех граничащих с ней странах, а также на глобальной экосистеме. И мы держим эти маски животных, чтобы показать, что уже происходит с экосистемой Украины. Плодородный украинский чернозем — это тоже очень важно. Он может быть уничтожен, если Россия продолжит агрессию и атакует Украину ядерной бомбой. Они уничтожают украинскую землю. Она вся теперь усеяна минными полями. Это просто ужасно, что мы все сейчас наблюдаем. Россия просто хочет стереть Украину с карты, и им при этом не важно, что они уничтожают. Им правда все равно. Мужчин, женщин, детей. Украину просто уничтожают. Прямо сейчас Россия пытается уничтожить Украину настолько, насколько это возможно, до полного исчезновения. Они агрессоры, они оккупанты, которые взялись словно ниоткуда. Это недопустимо. Мы возмущены. Они пытаются уничтожить прекрасную страну и землю под названием Украина.